Друзья мои, еще обратимся к Священному Писанию, прочитаем тексты, порассуждаем некоторое время и совершим молитву пред Господом. За основание возьму послание Римлянам, 12 глава, будем читать от начала, два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Два текста Писания или два стиха этого текста, они нам дают основания для очень глубокого размышления над нашей практической жизнью. Что мы здесь находим? Первое и основное – представьте тела ваши в жертву. Интересно, а что Богу нужно? Наше сердце или наше тело? То есть многие так на сегодня, христиане, говорят, что Бог видит мое сердце и мое отношение к Нему. А вопрос тела, ну это же плоть. Я несколько раз уже употреблял это, тот пример приводил, который однажды слышал, когда христианин, говоря о себе, говорит о таком тесном единении с Богом, со Христом, что он постоянно живет в присутствии Христа, и больше того, он говорил, что, в общем-то, не я сейчас живу, а живет во мне Христос, как некогда Павел апостол говорит в послании Галатам, ибо ныне не я живу, но живет во мне Христос. Вот. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия. То есть в этом отношении верующий, а в нем Христос, и все Христос, что делает, оно во славу Господа. Ну, а выяснилось в разговоре о том, что он живет, ну, вот сейчас такое выражение, гражданский брак, на самом деле живет не по заповедям Господним, не соблюдая заповедь целомудрия. И когда я ему на это указал, он говорит, ну, а что вы хотите? Это же плоть, а плоть Царствия Божия не наследует. Она живет, как хочет, но я-то не грешу. Понимаете как? То есть, что Богу надо? Богу сердце нужно, Богу я нужен, дух мой, душа моя, а что до плоти относящейся, это Царствие Божие не наследует. Вот такие есть определенные понимания. Апостол Павел здесь говорит, представьте тела ваши в жертву. И если мы считаем Священное Писание, то мы много текстов найдем, которые нас направляют к этому, что Господь, Он желает, чтобы мы послужили Ему в теле, находясь в теле. Вторая мысль, которую можно здесь также вывести или увидеть, где сказано «не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Очень интересно, как этот, да, «преобразуйтесь обновлением ума вашего». И далее говорится цель, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Иными словами, без этого преобразования ума невозможно понимать волю Господню. Очень простые примеры, которые можем привести. Спроси, к примеру, скажем, а что ты думаешь о Боге и о Его воле, о Его желании человека, совершенно не знающего Бога? Что он может сказать? Твори добро, это Божье. Живи по совести, это Божье. Но вопрос – что есть добро? Что есть творить или жить по совести? И здесь подразумевается понимание добра по-всякому и, соответственно, жизнь по совести, по той, которую сам человек разумеет. Но здесь написано, что обновлением ума. То есть обновленный дух дает Господь, дает верующему человеку, дитя своему. И вот очень важный момент написан для того, чтобы познавать, что есть воля Божья. Иными словами, всякий верующий человек живет исполнением воли Господней. То, что угодно Богу. Самый простой пример, который приводим мы детям на их вопрос. А как вот жить по тому, чтобы Богу угодить? Вот как? А поставь себя или на свое место Христа. Христос так бы поступил или нет? И вот здесь возникает самое простое. Если ты говоришь неправду, Христос бы сказал неправду. Мы все понимаем, конечно, нет. А если ты задумал какой-либо грех, Христос так думает, Христос так помышляет, конечно, нет. То есть это сразу обличает нас, и вот в этом открывается то, что мы познаем волю Господню. Кто-то может говорить, а я не знаю, как познавать волю Божию. Знаешь, как познавать волю Господню. Почему? Потому что это написано, и очень много об этом говорит нам Священное Писание. Сегодня я хочу открыть немножко одну сторону из этого.
Для, из того, как познавать волю Господня, и что есть воля Господня. Первое послание Фессалоникийцам мы прочитаем из 4 главы. «Засим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». То есть апостол Павел научает церковь, как нужно поступать в практической жизни, живя в этом мире. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божия есть освящение ваше». Воля Божия есть освящение ваше. А что ж такое освящение? Можно взять примеры Ветхого Завета, когда народ израильский, живя в египетском плене или плену находясь, был в рабстве. А ушел ли он туда в рабство? Нет. Бог определил ему там место жительства на 400 лет. Когда мы можем читать тексты Писания, задавая себе вопрос, а что послужило тому, что народ израильский оказался в рабстве? Можем сказать так, потому что правитель фараон не знал Господа, не знал тех, которые от начала перешли туда Иосифа и других, и поэтому он ввел народ израильский в такое состояние порабощения. Отчасти, может быть, это верно. Но Священное Писание нам открывает то состояние, которое послужило тому образу жизни, как рабство. А что именно? Народ израильский отошел от Бога. Народ израильский стал поклоняться идолам. Народ израильский, можно сказать, утратил вот ту благодать и милость, то, те благословения, которые Бог являл ему. Иными словами, он отошел от жизни святой, от жизни святости. Поэтому здесь Господь говорит, что воля Бога есть освящение ваше. Кто же производит освящение? Хорошо, конечно, когда вот освящение, вот мы освящены и так дальше, мы об этом можем говорить. Здесь мы читаем в этом же послании, в этой же главе, в следующей, вернее, главе, в 5, 23 текст. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». И вас, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Освящение совершает Бог. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте. Если человек думает, что ну, Бог, да сам будь неплох, я сам понимаю, что для меня нужно, как жить свято, непорочно и чисто. Может быть, в какой-то сфере ты будешь преуспевать, но во всей полноте никак. Однозначно никак. Если дела твои свидетельствуют о добром и хорошем, исходящем из тебя, то внутренность твоя, она говорит об обратном. Почему? Потому что сердце человеческое – зло от юности его. И мы найдем, что много помышлений в нашем сердце бывает и рождаются разные не только мысли, но и деяния, исходящих из этих мыслей, решений, которые мы принимаем. Здесь написано «сам же Бог мира». То есть Бог не тот, который над миром, хотя и во власти его весь мир, но Бог мира, то есть в Иисусе, вернее, в Боге и в Иисусе Христе есть тот мир, который дарует Бог нам в сердца наши. То есть внутреннее наше состояние мира, оно не может быть ну, отделено от понимания единства с Богом, потому что Бог есть Бог мира. Далее, когда мы будем читать тексты Писания, в послании евреям мы находим такое слово, хотя не только это один текст, но я взял как один текст. Это 13 глава, я буду считать с 11 стиха. Там в сравнении. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат». Дабы освятить людей кровью Своей. Через жертву Иисуса Христа, через Его кровь, Бог дарует нам милость быть чистыми и святыми. Во Христе Иисусе Бог нас ставит перед собой непорочными и неповинными. Бог дарует нам освобождение, и не только это, но власть быть детьми Божьими. То есть Он нам дарует и силу, и власть.
Господь нам дарует будущность, и все это в Иисусе Христе. То есть, с одной стороны, сам Бог освящает нас во всей полноте, с другой стороны, посредством Сына Своего Иисуса Христа, через Голгофскую жертву Бог дарует нам святость. И Он делает нас совершенными через единократное принесение самого Себя в жертву, как также, о чем также написано в послании евреям. Также я буду читать из послания Титу, 2 глава и 3 глава. Во 2 главе 14 стихом мы читаем об Иисусе Христе, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Он, Христос, дал Себя за нас, чтобы очистить нас от всякого беззакония, чтобы избавить нас от всякого беззакония, чтобы сделать нас непорочными и неповинными. И также в этом послании в 3 главе мы читаем 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, который спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни, банею возрождения и обновления Святым Духом». Здесь я из этих трех текстов Писания, послание Фессалоникийцам, евреям и послание Титу, нахожу основное. Бог совершает очищение, как Бог Отец, как Бог Сын и как Бог Дух Святой. То есть сам Бог принимает участие и непосредственное участие в нашем очищении. Без Него человек не может быть святым и чистым. Без Него все мы, как мы читаем, да, от темени головы до подошвы ноги, все мы, все, без исключения. И в очах Божиих мы все лишены славы Его, то есть все идем одним путем, путем гибели. Но Господь Бог дарует нам милость и благодать, избавляя нас вот от той порочности, которая в нас есть. Кажется, если так, то а что же мы в таком случае? Что требуется от нас? И нужно ли от нас какое-то действие, если Бог нас очищает и освящает? А, кстати, еще это слово, вот освящение, оно не только ну, повествует или говорит, изъясняет, вот, или имеет значение вот, нашего очищения от какой-либо скверной и порочности. Оно еще определяет словом «это для себя». То есть он избирает, очищая, избирает для себя. Ну, к примеру, скажем, если кто-то пользуется какой-либо неодноразовой посудой, то ее постоянно очищает. Для чего? Для себя, чтобы вновь пользоваться. Это одноразовый, взяли, положили куда нужно. То есть использовали, и уже в следующий раз она не нужна. То есть Бог не так. Бог избрал нас себе, как народ особенный, ревностный к добрым делам. Наше участие в этом непосредственно тоже есть, но оно базируется на очищении, на святости самого Бога. И когда мы читаем, несколько текстов можно взять за основание, я возьму из 2 послания Коринфянам, 6 главы, прочитаю несколько текстов. Это 14, 17 и с 1 главы, вернее, с 1 стиха 7 главы. Читаем. Апостол Павел пишет, «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». То есть это первое, «Не преклоняйтесь» в 17 стихе. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Кто это делает? Все, что дарует, или все, что в нас есть, да, даровано от Бога. И понимание святости, и понимание чистоты – это дарует нам Бог. Это на самом деле так и однозначно. С другой стороны, Бог и нам дарует разумение, потому что мы созданы, или Он сотворил нас по образу Своему. И вложил в сердца наши понимание святости и чистоты, и принадлежности к самому Богу. И в этом отношении здесь конкретно говорится об этом. Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными. А каким образом это может быть? В послании Римлянам апостол Павел разъясняет несколько об этом. Я прочитаю, может быть, несколько стихов. 6 глава, стих 16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Здесь ключевое слово «кому вы отдаете себя в рабы». То есть не вас порабощают,
а вы отдаете себя в рабы. Это действие наше, действие человека, со стороны человека. Ниже он говорит, апостол Павел, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, то есть, чтобы вы лучше поняли эту мысль. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные? То есть, как вы раньше жили для греха и тело свое употребляли или использовали, или отдавали греху, дальше написано, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Все очень просто. Все очень просто. Это от нас зависит, что мы будем творить. Или зло, или праведные дела. Господь нас направляет на дела святые. Господь нас избирает для этого. Господь нам дарует сил для этого. А как ты будешь употреблять, эта ответственность лежит на каждом из нас. Поэтому, если посмотреть, Бог соделал все и дал нам право пользоваться этим, и пребывать в этом, и жить в этом, чтобы угодить Богу, и чтобы прославить Бога, и в познании воли Его, исполнении, чтобы явилось могущество славы Его в нас. Возникает еще один вопрос. Если Бог отделил нас, и освятил нас, и очистил нас, и также нас в этом деле вразумляет, как нам правильно поступать, и дает для этого сил, то с какой целью? Казалось бы, чтобы нам было хорошо. Отчасти это так, но все-таки, как апостол Петр об этом пишет, я прочитаю это из первого послания апостола Петра, 2 глава, мы читаем об этом. Я буду читать с 9 стиха. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». И здесь мы находим, с одной стороны, что Бог сделал, то есть Он даровал нам милость. Какую милость? Он ввел нас в удел, назвал нас своим народом, даровал нам милости от себя, и дальше Он говорит, чтобы возвещать вот эти совершенства, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Это первое. И второе написано, чтобы удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Они будут восставать. Искушения всегда будут. Но мы имеем в нем силу. И он говорит, чтобы вот люди, увидя ваши добрые дела или вашу жизнь, прославили Бога в день посещения. Очень просто. Бог избрал нас, освятил, очистил. Бог даровал нам силы пребывать в этой святости, чтобы прославилось Его имя не только между небожителями, но чтобы прославилось имя Его среди тех, в среде тех, где мы живем, где мы с вами пребываем. Еще можно читать тексты, которые записаны во втором послании Тимофею. Я взял два текста из второго послания Тимофею, чтобы нам тоже можно было как-то посмотреть. Это вторая глава, буду считать 21 стих. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть Господь нас освятил для того, чтобы мы служили Ему, чтобы мы были благопотребны Ему на всякое доброе дело. Из 3 главы этого же послания мы читаем с 16 стиха. «Все Писание богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Иными словами, Господь желает употреблять нас в деле служения, в деле прославления имени Своего Святого и в деле
исполнение плана Его в отношении спасения человечества. И это Бог делает через нас, которых Он освятил. И воля Его есть освящение наше. И нам Он также поручил и даровал силы пребывать в этой святости, в этом состоянии готовности благовествовать мир, готовности прославлять Его святое имя. Ну а что, если мы поступили где-то не так? Если мы согрешили, и вот эти плотские похоти, восставшие на душу нашу, они имели успех в нашей жизни, что нам делать? Как нам быть? Для этого мы знаем, что есть сила в крови Иисуса Христа. Есть сила в том, чтобы нам приходить вновь и вновь к тому, который дарует нам милости и благословения. Я прочитаю из первого послания Иоанна, со второй главы, с первого стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». То есть наставление от апостола для нас жить свято. «А если бы кто согрешил», то есть это как снисхождение к нашей немощи, «а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Иными словами, в первой главе здесь написано так: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это исповедание грехов. А в каком состоянии может быть исповедание грехов? Прочитаем из Ветхого Завета, с книги «Псалтирь», два текста Писания. Это 31-й Псалом, многие из нас его знают. Я возьму несколько стихов, буквально три стиха, из 31-го псалма, с 3-го стиха. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Также в 50-м псалме мы читаем: «Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавые пред очами твоими сделал». Здесь мы находим, с чего начинается вот исповедание. Да, нужно исповедовать. Первое – это признание своего греха. Невозможно человеку просить прощения за то, что он не понимает. Говоришь ему: «Ну, ты сделал плохо, проси прощения». «Не понимаю. Но ради мира попрошу прощения». Это прощение искреннее. Ради мира он попросил, искренне попросил, но не понимает за что. Где его неправедный поступок? Где грех его против человека? Или, допустим, мы говорим, особенно это к родителям относится, которые воспитывают детей, чуть не так, чуть что, проси прощения. Ой, простите. А понял он, за что он просит прощения? Нет, он исполнил. Исполнил только нашу просьбу или наше желание. Проси прощения. И мы думаем, что мы воспитываем человека. Да, мы воспитываем человека для общества, и он будет нормальный в глазах других. А что в его сердце? До этого бывает нам и нет дела. То есть нужно разъяснение, чтобы человек понял. И поэтому первое – это осознание своего греха, как здесь мы читаем в 50-м псалме. Это основное. Второе – не только это осознание, а раскаяние. То есть что я наделал, что я натворил. Вот это раскаяние, оно должно присутствовать при исповедании однозначно. И уже третье – это исповедание греха, то есть открытое исповедание греха против того, вернее, перед тем, против кого согрешил, или по-другому. Если мы согрешаем пред Богом, то, как правило, мы просим прощения и исповедуем грехи свои. Некоторые грехи исповедуем вслух служителя, некоторые грехи исповедуются и перед церковью. То есть, но нельзя пребывать в том состоянии согрешения пред Богом, потому что мы закрываем действование благодати Божией в нас и через нас, потому что Бог освятил нас, чтобы через нас и в нас производить славу себе или в деле служения благовестия, или в деле спасения людей, или в распространении Его прекрасного имени святого. То есть это уже как Господь каждому дарует по благодати и милости, по тем дарованиям.
Поэтому сейчас мы будем молиться Богу. Если кто-то желает покаяться перед Богом, чтобы примириться с Ним, сказать: «Господи, грешен я, жил в неверии, сейчас хочу быть с Тобою», то можно будет возвысить голос свой, помолившись. А мы преклонимся перед Богом, также поблагодарим Его за то, что Он дарует нам разумение святой жизни. Аминь. Помолимся.